Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Это если вы слушаете нас из Латвии. Если слушаете нас за рубежом, то чтобы до нас дозвониться, наберите код плюс 371. Также используйте WhatsApp, можно писать нам сообщение по номеру 2306191. Я его повторю, 2306191. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский и американский спортсмен, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, известный под псевдонимом «Русский медведь», актер и телеведущий Олег Тактаров. Олег Николаевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну вот вы себя считаете в первую очередь актером, бойцом. Вот как бы вы сами могли себя охарактеризовать, учитывая, что у вас много разных занятий? Спорт сейчас это больше имиджевая история. Брать в процентном отношении финансовую составляющую, то это 10%. А все остальное кино, связанное с кино деятельность. Но ваш путь в кино, он начался именно со спорта, как мы знаем. Нет, со спорта он... То есть ваша спортивная карьера была в США, да, в 94-м году, и потом началась ваша карьера в Голливуде как актера? Там нет взаимосвязи, быть не может. Она может быть, наверное, для таких, как Дуэйн Джонсон, Рок, но я бы не хотел быть... таким, как Дуэйн Джонсон, Рок, получать эти миллионы, но давать на экране вот это низкое качество. То есть я долго учился, потому что я был бездарный, наверное, или потому что меня учитель очень любил, и я был очень даровитый, я не знаю. 2 года 4 месяца я провел на начальном уровне, на beginning level. А потом только через 4 года через 2 года 4 месяца я получил свою первую большую роль в фильме «15 минут славы» или «15 minutes». И сразу как-то было в дамке, то есть там Де Ниро, состав прекрасный. Думал, вот-вот оно началось, но потом были какие-то шаги, которые я считаю неправильными. Это большие фильмы, блокбастеры, они ни к чему хорошему-то, в общем-то, не приводят. Ну вот, а в прошлом году, в 2017 году, вы отказали в приложении Голливуда сыграть в кино русского военнослужащего, возглавлявшего группу пророссийских сепаратистов на территории Донбасса, которые убивали людей. Это было из-за идеологических соображений отказ или почему? Вообще, понятие Голливуд давайте сразу определим. Голливуд – это рынок. На этом рынке продается разный товар. Низкопробный, высокого качества, с клеймом класса А, клеймом класса Б, клеймом класса С. Телевидение, кино. Вот это в данном случае было телевидение класса Б. Поэтому я бы автоматом дал негативный ответ. Ну, плюс еще, конечно, глупый абсолютно сценарий. То есть шаблонность мне не нравится. Это если я вижу что-то такое, что повторяется и из одного проекта в другой, то я, скорее всего, скажу нет. Даже если там будут деньги приличные вовлечены. А в этом проекте ничего хорошего не было. Ну и плюс в тот момент у меня был какой-то пролив патриотизма. Я из детского дома приехал, и меня ребята так меня такой эффект получил, что, знаете, как, то есть я вижу эти лица, я их бросил, опять уехал. Я не могу вам это передать, но я себя чувствовал, что я что-то не дорабатываю, не доделываю в своей жизни. Тут приходит этот проект, и просто эффект разорвавшейся бомбы был. Так на это резко отреагировал негативно, ну и пресса подхватила, в общем, как-то так. Но ведь вы один из немногих актеров, который отказал Стивену Спилбергу, который предлагал вам сняться в «Индиане Джонс». Вот такой новой части. Вы сказали ему нет. Да, это было самое сильное нет, наверное, потому что я готовился к этой роли. Я знал, что я ее получу. Я 3 месяца к ней готовился. То, что я попал даже в сериал «Солдаты», это как раз именно потому. Я хотел найти образ карикатурный военного, который мне предлагалось играть. И потом понял просто, что у меня он не получится.
Я с трудом нашел образ для «Конька-горбунка» совсем недавно, но там, по крайней мере, хоть сказка. А здесь все-таки не сказка, ну, как ее воспринимают. И тоже у меня был какой-то прилив чрезмерный патриотизма после съемок в фильме «Путь». Я достаточно хорошо там сыграл, нашел тот самый правильный образ. И оно все как-то вот наслоилось на одно. Я понимал, что сыграв у Спилберга, я, во-первых, отверну от себя моих поклонников в России раз, а второе, ну, то есть, как вам сказать, моя школа подразумевает все делать по-настоящему. То есть Игорь Жижикин, который сыграл эту роль, он сделал ее карикатурно, у него получилось все, то есть его никто за это не... ничего бы ему не предъявил. А в моей ситуации это было бы слишком явно, слишком по-настоящему. Фу, я просто не мог это сделать, не знаю. У меня просто все нутро мое просто говорит. Я прочитал сценарий, 2 часа я его читал в офисе у Спилберга, он вернулся. Он сказал, что первый раз в моей жизни кто-то вот посоветовал другого актера, отказавшись от роли, которая, в общем-то, принесла Игорю потом очень много денег, которую, правда, он в итоге потерял. Это была какая-то очень... Что-то было нехорошее в этом во всем, я не знаю, что. Игоря карьера не пошла вверх после этого фильма. А я сделал очень правильный выбор, и я считаю, что я не получил бы роль в фильме «Хищники» Николая Сарова, сыграв я у Спилберга. То есть я, кстати, в тот момент больше всего расстраивался из-за того, что не поеду сниматься на Гавайях. А через год получил уже роль первого за всю историю Советского Союза, наверное, русского, который играет героя. Снимались эти хищники. Жили ребята в той же гостинице, где Индиана Джонсовцы жили, на том же самом острове. Только они за 1.5 месяца там отсняли, а я 2 месяца снимался. Поэтому я считаю, что все получилось очень символично, прекрасно, очень поучительно прекрасно. Но вы как часто в своей жизни интуиции доверяете? Вот ту историю, которую вы сейчас рассказали, действительно такой пример, что ваша интуиция вас не подвела. Вот как часто доверяетесь ей? А я не то что доверяюсь, она просто такое чувство, что если ты что-то хочешь сделать не то, тебя просто мироздание берет за шкирку и поворачивает в ту сторону, куда надо идти. Но мироздание не реагирует на ситуации, которые маленькие, средние или большие, только когда глобальные. То есть в один прекрасный момент это мироздание взяло меня, посадило на самолет, говорит, лети в Америку, и там уже все так сложилось, что мне пришлось стать чемпионом мира, и вот сейчас я, вот видите, спортсмен. В общем-то, неплохо. Ну, вы верите в судьбу, или вам кажется, что все-таки мы можем ее изменить своими поступками? То есть вы фаталист? Как ее изменишь? Там, если тебе сейчас кажется, что ты изменишь, а потом по итогам через лет 10-15 смотришь на все, понимаешь, там нельзя было ничего менять, там оно все выстраивалось, и какой-то более знающий всю историю, для чего это делается, существо, мозг, все разрулил за тебя, но это как-то... Да, я доверяюсь интуиции, конечно, просто иногда бывает, чтобы ей совсем довериться, должен быть чистый абсолютно организм, абсолютно чистый мозг, и чтобы уж точно ее чувствовать, вот эту дорогу. Ну, в принципе, как я уже сказал, если я ошибаюсь, меня что-то подпинывает в правильном направлении. Ну вот вы как-то говорили в интервью, что бой, который вы, например, смотрите вживую или по телевизору, у вас сразу раскладывается на микрочастицы. И стоит вам только несколько минут посмотреть его, то сразу уже понятен исход. Вот все-таки бывает такое, что бой заканчивается непредсказуемо для вас? Нет, такого не было. Даже бой, который был совсем недавно, я сказал, что Минеев, по-моему, фамилия, Владимир, выиграет в 3-м раунде, ну, в худшем случае в 4-м. А потом выяснилось, я сейчас просто вам могу раскрыть секрет, никто его, естественно, не подтвердит, но у меня есть подозрение, что Минеев специально не стал выигрывать. То есть там у него и рука, во-первых, левая болела, и плюс там какую-то у него
какие-то очень сложные взаимоотношения с Fight Nights, и, видимо, он реально пытался сделать два боя из этого боя, и было видно, что он не доводит до конца. А так я во всем, пока вот вроде 23 года, был прав. Люди мне могут сказать, что я Сашу Волкова предсказал победу. Да, предсказать-то предсказал, но у нас с ним был разговор, что говорю, ты отдыхаешь, ты не готовишься к бою, у тебя мозг не там. С женой на Бали поехал, потом в Китай у него. То есть не было серьезной подготовки. И когда в процессе боя я увидел, в общем-то, что да, действительно, вот сейчас будет такой урок у него. Но я же не буду говорить, что Саша проиграет. Он хотелось ему дать какую-то веру. Ну, я могу вам точно сказать, что в боевых искусствах у меня вот так вот, как у Будды, в один момент настало просветление. И это, в общем-то, было интересно. Вдруг неожиданно для меня стало все понятно, и я перестал думать о том, как прием какой-то разложить, как-то, как там руки, ноги работают. У меня это все происходит как у компьютера, какая-то такая цветовая гамма из микрочастиц, не знаю, я просто знаю сразу. Я могу сразу построить дерево с кучами веток, и эти ветки будут расходиться на более мелкие ветки, еще на более мелкие. Я не знаю, откуда я это знаю. Ну, видимо, опыт еще тоже, но в один прекрасный момент просто вот памсы, все стало ясно. Но это похоже на шахматы, когда сразу видны многие ходы. Вот наперед вы можете предсказать. Можно я ли думаю, что вся жизнь — это шахматы или бой, это все везде одинаково. Те же самые принципы работы, без разницы. Ну, знаете, намного интереснее стало, как-то по-своему спокойнее стало относиться к боевым искусствам после того, как это произошло. Ну вот Костя Дзю, который выступал в нашем эфире, он сказал, что в один момент он понял, что больше не может умирать на ринге, и, в общем, на этом карьера его фактически и закончилась. Он понял, что ему это больше и не надо в том числе. Вот у вас что-то подобное происходило, когда, ну вот, уже не было желания все отдать ради результата, или не было такого? Да, было, точно помню этот день. Я выступил в Атлантик-Сити, то есть я вернулся после долгого перерыва. Я побоксировал я с Дольф Лунгреном, но это такая была больше как игра, потому что он, конечно, не боксер, и с его техникой его можно было нокаутировать каждую секунду боя, все 5 раундов. Вот. Но я неплохой актер оказался, не хуже, чем Мейвезер с Конором Макгрегором. Вот. И мне почему-то показалось, что у меня еще есть порох в пороховницах, и я тогда сделал бой. Каким-то чудом я его тогда выиграл, это в Москве был на Budok Fight. У меня тогда был просто стресс, истерика, потому что я чуть-чуть было не проиграл, попали мне там хорошо, прям четко в подбородок, я улетел куда-то за канаты, хорошо там были эти канаты, я успел в себя прийти, и во втором раунде уже все дело доделал. А вот когда уже мне в Атлантик-Сити удалось еще один бой за деньги, которые я никогда в жизни не получал, провести, и я его легко очень выиграл против Маркера, я иду, я слышу тебя там «Оле, Крашенбер, kill him, kick his ass». Ну, что-то такое, то есть молокосос с пивом сидит и что-то кричит. И я почувствовал себя таким чужим на этом празднике жизни. Поэтому я просто быстро ушел, помню, забрал чек и для себя сказал: все, я точку надо было еще раньше ставить, но это вот точно точка, все, до свидания. Меня это не вставляет. Но вы встречались с Мухаммедом Али, был такой эпизод в вашей жизни, вы его тогда пытались сфотографировать. Вот, знаете, да, этот эпизод тоже был очень показательным. У меня фотография тогда не получилась. Я побежал в магазин, и там были эти вот диспозалы, эти камеры, там на 10-20 снимков. И первый снимок был «Молоко», естественно, Мухаммед Али и я не получились. Получились фотографии у всех. У всей моей съемочной команды мы снимали тогда «Сокровища нации», «National Treasure». И Мухаммед Али мне поставил тогда рожки.
Две фотки мы сделали, и обе фотки в молоко. То есть первая без рожек, второй на руку поднял, поставил рожки, он, потому что чувство юмора у него, видимо, было. И он сам подошел, видимо, ну, он не мог ничего сказать, но он сам подошел. Это было, конечно, здорово, приятно. И потом я уже где-то сидел с товарищем на горе в долине огня, священное место индейское, и он хотел сфотографировать горы необыкновенно красивые. Я говорю, не надо. Он говорит, почему? Если ты фотографируешь, значит, ты хочешь что-то взять. А мы же ничего не хотим брать. Он на меня посмотрел, типа, Олег, ку-ку. Я подумал, что, наверное, есть какой-то смысл в том, что с Мухаммедом Али у меня фотка не получилась. То есть я своим детям, ну, ученикам говорю, ребята, не надо вам со мной фотку. Если вы хотите меня перерасти в чем-то, не ставьте вот этот потолок, не берите от меня ничего, не делайте так, чтобы я от вас уходил. И все тогда у вас получится. Ну вот о вас говорят. Вот... Да, говорите. Ну, о вас говорят, что наличие о вашей отличительной, как бы, технической такой черте – это спокойствие. И ведь, ну, эмоции, они же тоже важны на ринге. И как вот это совместить контроль за эмоциями, который необходим, и спокойствие, которое также необходимо для получения успешного результата? Вот, кстати, Хабиб Нурмагомедов сказал вот сейчас совсем недавно то, что я вам сейчас скажу. То есть я никогда не показывал свою усталость на ринге, никогда не показывал свою нервозность, никогда не показывал какие-либо эмоции. Это как покерное лицо. То есть мой соперник должен думать, что я не устал, что у меня все в порядке, что у меня четкий план, что сейчас дальше что-то страшное будет с ним, поэтому лучше ему быстрее сдаться, чтобы не мучиться. И на 90% людей это работает. Это привычка зародилась в Кстово. Там у нас было просто какое-то страшное столпотворение чемпионов мира, мастеров спорта, заслуженных мастеров. И было по 40 схваток в день. И люди изнеможденные, каждый из них не показывал друг другу, что он устал. Все были измождены, но вот такая борьба была нервов. Эта привычка, в общем-то, осталась. То есть до сих пор я могу возиться, у меня пульс может быть там за 180, и я буду с кем-то молодым, но вот он именно ломается потому, что по моему лицу ему кажется, что я не устал, и он просто отдает мне шею или просто говорит, все, ладно, я уже мертвый, а вам, по-моему, вообще без разницы. Знал бы он, как на самом деле. Но как это визуально не показать? Искать, это же видно, наверное, когда человек устает. Нет, это можно не показать. Это тренируется. Это такое получается, что талант актера, он проявляется на ринге в том числе, что можно сыграть. А, кстати, никакой разницы абсолютно нет. Хороший спортсмен и хороший актер одни и те же принципы. То есть заложена хорошая база. Ну и многие другие вещи. Кстати, тот же Мухаммед Али в фильме «The Greatest», где он играл самого себя, очень хорошо сыграл именно эмоциональные сцены, которые были ему важны. То есть то, что, во что он верил. Вот, то, что он черный, но от этого он не хуже белого. То, о чем он всегда говорил, что равноправие. Он-то родился же в таком месте, как... Куклукс-клан свирепствовал, его вышвыривали, не пускали в какие-то рестораны. Он же золотую медаль реально выбросил на эмоциях. То есть он действительно переживал из-за того, что в Америке вот так относятся к несправедливым людям. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, буквально на несколько минут прервемся, затем вернемся и продолжим. Программа «Абонент доступен». Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Добрый день. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Задавайте вопросы нашему гостю. Да, российский и американский спортсмен, известный под псевдонимом «Русский медведь», с нами на прямой связи по скайпу Олег Токтаров. Олег Николаевич, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. И пишите нам по WhatsApp 2306191. Я повторю номер 2306191. Ваши вопросы мы тоже будем задавать нашему гостю.
Ну, Олег Николаевич, вот известно, что вы родились в закрытом городе Арзамас-16, который ныне называется Саров. Я сейчас в нем нахожусь. Нижегородской области, да. И вот также известно, опять же, там рядом находится село Дивеево, которое является уделом Пресвятой Богородицы. Вот учитывая места, которые являются вашей родиной, какое место все-таки вера и религия занимает в вашей жизни, если какое-то занимает, конечно? Религия никакое, вера занимает все. Где проходит это разделение между религией и верой? Потому что очень часто их совмещают, как минимум. Религия – это бизнес, это людское, это возможность получить власть, получить деньги. А вера – это путь, абсолютно прямой путь. То есть я не понимаю, как можно вообще их совмещать вместе. Бог один, провайдеры разные. Там была такая фраза в фильме «Последнее испытание» у Лёши Петрухина. Вот сейчас он скоро выйдет. Очень классный фильм как раз про взаимопонимание. Я периодически... То есть я, к сожалению, не читаю художественную литературу вообще. То есть вот у меня сейчас стоит шкаф с книгами. Там есть Каббала, Коран. Смотрю, там даже внизу где-то даже вот эти... То есть Оша, из которого я на дзен-буддизм перешел. То есть он первый, кто об этом сказал, я заинтересовался. И, в общем-то, Лао Цзи, 82 чаптера, они всегда со мной. И вон Бхагавад-гита с комментариями стоит, он без комментариев стоит. Вон суфийские книжки, последнее мое увлечение, стоят... полный набор безобразия, но это как перфокарты. То есть, если их наложить друг на друга, вот там, где просвет полный, вот это вот у нас получается правильная вера. Остальное все где-то люди добавили. Но ведь вера, она может быть и уязвимым таким элементом для спортсмена, вот что касается хотя бы нашумевшего боя Макгрегора и Нурмагомедова. Макгрегор... скажем, провоцируя, возможно, да, Нурмагомедова, пытался даже с точки зрения религиозной его как-то ранить. И это получилось, можно сказать. Религиозно-то, может, и ранил. Вот потом в итоге подумал, посмотрел и решил, что зря я так сделал. Это было не религиозно абсолютно, это было чисто... Как мне один сказал... не буду я вам это говорить, я сейчас перевру все. В общем, ранить тут невозможно. Есть фундаментальные вещи, и если им следовать, то все это должно просто как с гуся вода, все эти оскорбления. Это же все равно, как он сказал, был бизнес. Но тем не менее, Нурмагомедов отреагировал на эти оскорбления. Потому что еще молод, потому что... Были нервы, там, гонка веса, и потом аварцы, и чеченцы очень заводные ребята. Вот, и это национальный признак просто у них. Если бы это был какой-нибудь японец, может быть, не отреагировал бы. Так что это чисто национальная вещь уже. Тут к вере никакого отношения они не имеют. Ну, бой вам понравился, бой Макгрегора и Хабиба? Да, мне понравился, да. Просто для... Вот смотрите, вот, например, был недавно бой Минеев-Исмаилов. Там 1% не было той техники, которая была у Макгрегора с Нурмагомедовым. У них там было все. То есть там можно было просто по этому бою написать целую энциклопедию, как справочник. Притом психологически, по психологии спортсмена, по всему абсолютно. Он очень показательный был этот бой. И потому как человек подошел к нему, тоже можно было добавить там несколько статей. То есть для меня это было очень интересно. Ну, я предсказал, конечно, исход боя. И притом не только я один, но угадал. Это нет такого слова, правда, угадал. Я там Максим Тарасов, например, тоже записал, мой товарищ по команде из Сарова. То есть мы с ним полностью сходились, разве что только удары ногами. Он там что-то... Вот. И...
То есть непредсказуемым бой быть не мог. Потому что, опять же, и Костя Дзю тоже в нашем эфире тоже предугадал, можно сказать, исход этого боя. И причем очень так действительно все закончилось в пользу России, так как он и сказал. Но вот насколько все-таки элемент непредсказуемости мог присутствовать в бое Макгрегора и Нурмагомедова, как вам кажется? Ну, в третьем раунде он бы мог присутствовать. Я сразу сказал, что третий раунд будет самый опасный для Макгрегора, потому что если он выдержит первые два, он поднимет подбородок и будет с ним боксировать. Но тут выяснилось, что у Макгрегора нет удара завершающего. Вот. Но с другой стороны, откуда ему взяться, когда человек начал заниматься в 16 лет этим видом спорта? То есть даже не этим видом, а тэквондо. То есть просто столько, конечно, характера, силы воли, сколько Макгрегора, хватит на целую армию чемпионов. Потому что начать поздно и довести его до такого уровня. Но, понимаете, Хабиб, он паук. А паук всегда съест муху-цокотуху, как бы она ни сопротивлялась. В первом раунде, когда он взял просто сначала стопу, на этом все, собственно, закончилось. Он взял эту стопу, и он, как паук, долез куда-куда надо. Там дальше время подняли в стойку. Но на этом бой закончился. Вот в первом раунде, как только Хабиб просто прикоснулся к ноге, и сколько там мух это не пыталось вылететь, он к ней подполз. Это называется вот действительно человек, у которого есть основа, партер. Близко к земле, земля в партере. Десятки тысяч приемов. В стойке сотни приемов. А в ударной технике, ну, опять же, десятки ударов. То есть, представляете, тысячи, чем выше по дереву мы идем, тем меньше становится реальных знаний, реальных умений. То есть все кроется в корнях. Кто этими корнями искусственно овладел, тот всегда и выиграет. Но на ваш взгляд, привлечет ли внимание к российским спортсменам победа Хабиба? Много говорили о том, что российские спортсмены недооценены. И гонорар у них меньше, и внимание к ним меньше. Но, тем не менее, вот сейчас все может измениться. Или нет, как вы считаете? Ну, гонорар будет всегда меньше. Потом, все-таки Макгрегор, он бизнесмен, притом очень успешный бизнесмен. Если его сравнить с тем же Мэйведером, у Мэйведера все бизнесы прогорают до одного. Как я вчера разговаривал с одним парнем, не скажу с кем, но он сказал, что Мэйведер во время боя, кстати, этого, сидел в своем стриптиз-клубе, пытаясь привлечь внимание, но он все равно прогорел. Куда бы он ни вкладывал, в итоге он возвращается на ринг, чтобы подзаработать денег. То есть он только болтает о том, что он бизнесмен хороший. У Макгрегора компания скоро будет весить миллиард. Вот это вот его новое увлечение с виски. Вот. И он, конечно, там семь пядей во лбу. То есть имиджевая история у него очень здорово работает. То есть раз он пришел к пожарникам, я смотрю, ага, пожарники в Америке сейчас стали уважаемые люди. У нас в списках пожарников после сентября 11 в Америке отношение к пожарникам изменилось. И что бы он там ни говорил, вот пришел он к ним, сказал: ребята, вам I have such respect to you. То есть все шаги для него все как бы правильные с точки зрения имиджа и прочего. Вот. Я вчера как бы передал мое пожелание, что было бы здорово, если бы приехал в Россию, не скажу для чего. Ну, там последовали как раз такие вещи, что, скорее всего, для имиджа будет для него это неправильно, для некоторых бизнесов, которые работают от этого имиджа, то, скорее всего, он не приедет, откажется. Ну вот такая история. То есть человек заработал за этот бой 53 миллиона со всеми делами, проиграв. Ну, как вы думаете? Да, а Хабиб был оштрафован, наоборот, на 250 тысяч евро. Ну, все-таки думаю, получил Хабиб пояс. Потеряет. У нас Владимир Путин держит свои слова, там же какой-то бизнесмен должен погасить эту разницу. Я надеюсь, что так оно и будет.
Ну, некоторые говорят, опять же, что драку спровоцировал Макгрегор, а не Нурмагомедов, которая началась после боя. Вот как вам кажется, потому что поведение Макгрегора всем известно, да, что он провоцировал Нурмагомедова до боя не раз, да, на пресс-конференции, пытаясь как-то там на взвешивание. Слушайте, и так далее. Когда футболист нарушает правила, и судье говорит, что я его ударил, потому что он меня 5 минут назад вот там ударил. Ну, как вы считаете? Это оправдание? То есть сразу судья это знает, дает желтую или красную карточку. То есть то, что было вне, то есть до там, например, да, боя, это не учитывается, в принципе. То, что было до или после, это все сказки для бедных. А там был момент, конечно, там менеджер, говорят, что-то начал. Не знаю, ему виднее там менеджер, раз он начал. Я думаю, что зря это вообще все было, конечно. И просто для имиджа это было не совсем правильно. Но, вы знаете, Зидан ушел красиво, ударив головой в грудь. Теперь все майки летящего Хабиба будут разлетаться. То есть как это все перевернуть? То, что делает сейчас Хабиб, очень правильно. Это просто, то есть, я не знаю, кто у него сейчас имиджмейкер. Но вот он встретился с ветераном Спартака. То есть у нас Спартак самая любимая команда, он там был. Потом он там был. То есть пока все он делает правильно. То, что меня пригласили они с отцом, это тоже правильно. Я же приехал как? Я приехал с тренером. Ну и поговорили о чистоте, о внутренней чистоте, о каких-то фундаментальных вещах. Показали дружбу. Я-то... Меня же в России как? Меня пытались использовать как вот эти такой вот соль сердца России, то есть строить с Кавказом. То есть Токтаров против там Дагестана были такие заголовки, или Токтаров там назвал Кавказ трусами. То есть из меня хотели сделать такой флаг борьбы. Борьбы с кем? Зачем? Секундочку, я немножко выше просто национальности. Я людей по национальному признаку не делю. И никогда это не делал. Первое, что у меня мысль пришла в голову, когда я в Америку приехал, то что язык, он как раз единственное, что и разделяет, а больше-то ничего. То есть я вдруг увидел, что у меня друзей, которые американцы, оказалось больше, чем друзей, которые русские, но иммигранты. Потому что съехалось, в общем-то, в Америку в то время все отребье. У меня с ними ничего общего не было. Это были... ларёчники, это были какие-то преступники, это были какие-то мошенники. А те, с кем я дружил, были порядочные, абсолютно чистые ребята. Просто они говорили по-английски. И вот тогда, кстати, я и перестал точно, я и до этого особо не делил, тогда я перестал точно людей делить по национальному признаку, по языковому признаку. Поэтому вам тоже должно быть общественно такие вопросы задавать, находясь в Латвии, поднимать национальные какие-то вещи. Нет, не думаю, что нужно делать. Вы ведь в одном из интервью говорили, что в Америке вам было скучно, да? То есть как раз вот именно ее ритм и Голливуд, ну, который, понятно, что он разбросан по всей Америке, такое условное понятие. Но тем не менее, вам там стало скучно. Да, мне стало скучно, потому что все-таки в Америке очень много... Американская мечта – это деньги. Это не я. Да, я в Америке читаю те же книжки, но очень редко можно встретить человека, интересующегося теми же вещами, как я. Но в основном это деньги. Я не совсем это понимаю. А потом я все-таки упустил немножко Советский Союз. То есть я вот не был никогда в Дагестане, например. Сейчас съездил. Благодаря тому, что я находился рядом. Я... проводя фестиваль в Ростове, весь мой опыт американской жизни, он сыграл. То есть у нас сейчас фестиваль, ну, подбирается к классу А. То есть мы уже 4 фестиваля провели, и уровень, конечно, ну, выше, я вам по секрету скажу, чем все, что у нас есть сейчас в России. Ну, вот говоря... Нужен. Вот говоря об имидже спортсменов, вы затронули эту тему про Нурмагомедова, когда мы говорили, вы сказали, что действительно имидж сейчас подобран довольно-таки удачно. И вот имидж, если говорить о том, что многие болельщики из Черкесии, например, Карачаева Черкесии, сейчас ломают себе уши, чтобы быть похожими на Нурмагомедова,
То есть такой флешмоб. Как вам кажется, почему вместо того, чтобы пойти заниматься спортом, молодые ребята вот занимаются такими вещами? Ну, это полная, конечно, глупость. В Дагестане есть шутка, почему левое ухо стоит $5000, ну, чтобы сломать, а правое 3000 всего. Вы знаете, нет? Пока нет. Не слышали. Но там есть какой-то прайс определенный, там есть прайс действительно. То есть одно ухо стоит столько, другое. Ну, догадайтесь. Потому левое что ухо. В левое легче ударить или, может быть, по другой потому причине? Что ты, наверное, за рулем, когда едешь, может быть, видно. О, молодец, Ока, Гуна, молодец. Все правильно, да, левое ухо видно из машины за рулем. То есть оно дороже, потому что оно более востребовано, да. Ну, вообще, вот насчет этой акции. Когда там было, говорит, на одном квадратном километре нигде в мире нет столько поломных ушей, как в Дагестане. Ну, я так подозреваю, что вообще на Кавказе это практикуется. Хотя у Карелина уши не поломаны, он их тогда разминал. И если бы я один прием не стал делать совершенно ненужный, у меня тоже были прекрасные бы уши. И если бы я не поленился выкачать после двух выкачиваний и опять все сделал как нужно, то, может быть, так бы остался. Так вот, такое ухо. Но это болезненно вообще, вот, когда ломают уши, потому что, ну, как, не знаю, люди делают татуировки, понимают, что идут на определенную боль. Когда люди идут ломать уши... Я не знаю, это просто случилось, все, что там же хрящ, там ничего такого нет. Просто некрасиво, но сейчас, видите, это стало модно. То есть первое, что мне говорили, советовали, так, Олег, слушай, вот тебе бы сделать хорошо бы уши, вот, нос бы вернуть в прямое состояние, потому что у меня был всегда прямой, с горбинкой даже чуть-чуть нос в детстве. Это было бы здорово. А потом я что-то подумал, да, пошли все к черту. Пусть это будет мой маленький такой имидж. Ну, не мешает. В работе киноактером не мешает. По крайней мере, он мне не помешал. Да, в кино это не мешает поломанные уши? Или наоборот добавляют шарма актеру? Да, Олег Николаевич, мы вас почему-то не слышим сейчас. Может быть, вы закрыли микрофон? Да, сейчас слышим. Зажал. Все отлично, да. Если я играю, например, полковника ФСБ или какого-то криминального авторитета, то почему бы нет? То есть, почему бы человек не занимался в молодости борьбой? А так, ну, можно же волосы отрастить, можно же какую-то... Можно снимать с другой стороны, в конце концов. Ничего страшного, это нормально. Ну вот вы как раз говорили в начале нашего эфира о том, что вам не нравится как раз такой стереотипный подход там, к русским, например, героям. И возвращаясь, кстати, к фильму «15 минут славы», вы ведь там как раз играли такого русского мафиози, совершенно безбашенного, если так говорить, современным языком. Вот эти стереотипы полковника ФСБ, который, возможно, занимался борьбой и так далее. Вот как вы с ними работаете все-таки? Или приходится с этими стереотипами что-то делать? Не знаю, у меня все разные герои, у меня все человечные. То есть, если у меня был судебный пристав, все говорили, что у них такое в отделе есть. ФСБшники тоже говорят, что у них начальник их такой же, там, СОБРовцы тоже так же говорили. Просто я не играю ФСБшников, бандитов, я играю человека с его плюсами и минусами. Он всегда у меня многогранный. Если фильм «15 минут славы», вы говорите, то там был художник, там был не бандит, там был человек, у которого была мечта. И тут вдруг он попадает в тюрьму надолго, и, выходя из нее, он эту мечту, как ребенок, пытается осуществить. То есть он хотел стать режиссером, и он им стал. Он снимал 14 минут снятого моим героем попало в фильм. То есть я же сам все снимал там. Ну вот сегодня время, на ваш взгляд, кинематографическое с точки зрения каких-то сюжетов, которые жизнь подсказывает. Опять же, Россия сейчас в топе мировых новостей, можно вспомнить и операцию в Солсбери, ну или, по крайней мере, предположительную операцию по отравлению экс-офицера ГРУ Скрипаля и так далее и тому подобное. Вот на ваш взгляд, это интересно было бы экранизировать? И в каком жанре, например, если экранизировать? Ребят, вот я немножко по-другому скажу. В Америке, что я сейчас вижу, сценарии все, ну, 99% это их пишут дети актеров, которые в свое время были детьми режиссеров,
а те, которые в свое время были детьми, допустим, продюсеров, то есть по 4 поколения голливудских мэтров в семье, они жизни не видели, соответственно, сценарий, который они пишут, они все основаны на том, на чем, что они видели в кино. И от жизни это совершенно оторвано, и мне поэтому неинтересно. В России я, так как у меня больше здесь все-таки влияния, я просто нашел свежих сценаристов, которые даже не сценаристы были, а просто писали книжки. Ну, не просто, а книжки-то писать гораздо сложнее, но именно такие неординарные, не стереотипные. Вот, и вот сейчас у меня вот скоро выйдет проект «Остров обреченных». Это вот как раз такой человек написал. У меня трилогия написана очень интересная. То есть из серии, ну, «Индиана Джонс» просто отдыхает. Она действительно интересная получилась трилогия. Человек никакой не у него просто талантливый. Он в 7 лет писал. Так, да, у нас пропала, возникла, видимо, проблема со связью. Связь? Мы сейчас перезвоним, да, нашему гостю. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Вы еще можете успеть нам позвонить. Мы восстановили связь. Слышите ли нас? Да, Олег Николаевич, ну вот уже подходит к концу наш сегодняшний эфир, но вот говоря о реалиях жизни, все-таки хотелось спросить, одна еще из горячих тем в сфере спорта – это неспортивное поведение футболистов Кокорина и Мамаева. Многие эксперты говорят, что может отношение к российскому футболу измениться. Насколько подобные ситуации, как вам кажется, меняют отношение в целом к виду спорта? Вообще, что вы об этом думаете? Ну, конкретно этот случай я бы не стал рассматривать, потому что там не так все просто. Полковник старший чин ФСБ, плюс человек, которого награждают, какой-то чиновник высшего ранга. Я слабо верю в то, что те не могли как раз вот то, что, о чем вы говорили, спровоцировать это все. Другое дело, какого черта спортсмены находятся, что они вообще делают в баре в 5 часов утра, алкогольное опьянение, ну, ребят, секундочку, что-то за непрофессиональное отношение к богом данному таланту. То есть я, когда можно было, я за них вступился, потому что налетела вот эта вот ужасная толпа, вот это стадо, которое я просто презираю, оно мне отвратительно. Все, что в этом стаде существует, это не мои друзья. Это стадо, оно было в Средневековье, оно было всегда и везде, во всех странах. И в Америке это стадо присутствует. Я сам был в такой ситуации, когда стадо налетело, не имея никакой информации, не пытаясь докопаться до истины, просто вот лозунг кто-то крикнул, и стадо полетело. И поэтому я заступился. Сейчас, я так понимаю, дальше уже работа правосудия, сейчас уже, поэтому я не хочу даже ничего здесь судить, а если человек талантливый, вот был у нас Аршавин талантливый, но, видимо, он уже к этому моменту приелся, наигрался, в Арсенале надо было пахать, и надо было и кроссы бегать, надо было тренироваться, и, в общем-то, он чисто по физухе там не продержался, а так-то ведь какое будущее у человека могло быть, его все обожают, до сих пор вспоминают. Так что не знаю, как говорить, российский, не российский. Да, в отношении есть такое, что вот русские спортсмены обязательно отдыхают, пьяницы, несерьезно, непрофессионально относятся к спорту. Вот как, например, Месси. Месси, он футболом живет. Это скучно, на самом деле, это тяжело очень, это стрессово. Постоянно быть в этом во всем. Игра, отдых, тренировка. Игра, отдых, тренировка. Так из года в год это любой человек с ума сойдет. Ну, ты должен все равно как-то держаться, понимать, что ну, 30 лет, ну, 35 максимум, все это закончится, и потом будешь локти кусать. Так что доведи уж до конца. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир. Это была программа «Абонент доступен». Его провели программу Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо вам, Олег Николаевич. Всего доброго. Да, и до свидания. До свидания.